Ну и ну. Что делается? На дворе конец 20 века, а у нас в доме одна пара валенок на двоих. Ну, как при царе Грохе. А почему так вышло-то? Что у вас, средств нету? То есть денег у вас не хватает? Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Говорил я этому охотнику, купи себе валенки. А он что? Что он? Пошел кеду купил, они, говорят, красивее. Это он не подумавший и сделал. У нас зимой национальная деревенская одежда какая? Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху. У нас зимой в кедах даже студенты не ходят. Балбес он, балбес. А вы скажите ему об этом. Раскройте ему глаза, чтобы у него прояснилось. Не могу, мы уже 2 дня с ним не разговариваем. Не 2, а 3.